тот же футзал, но с одним отличием. Участвуют спортсмены с нарушениями слуха или глухие. Чемпионат страны на Ульяновской земле проводится впервые. Регион принял 18 субъектов, включая новые территории – Луганскую Народную Республику. Как отмечают спортсмены, конкуренция огромная и с каждым годом растет. Я сейчас заметил, что уровень сейчас игроков повысился где-то на 50%. В прошлом году уже такое более-менее. Сейчас уже вот было интересно играть. Тяжелые бои, состязания, борьба большая. Футзал – командная игра, разновидность футбола. Больше похожая на мини-футбол, но с некоторыми отличиями. Существенными являются размер мяча, поле, правила ввода аута и удаления игрока. Правила игры для спортсменов с ограниченными возможностями не отличаются от классического футзала. Единственная разница – участники общаются преимущественно жестами. Каждую игру смотрит старший тренер сборной России. После чемпионата лучшие игроки попадут в сборную страны и будут представлять ее на международных соревнованиях. По итогам чемпионата России будет отбор в сборную. То есть у нас сборная уже сформирована, но будет дополнительный список спортсменов, кто себя проявит. Кого-то отчислим, кого-то зачислим в сборную. Вот. И, соответственно, спортсмены проходят усиленный медицинский осмотр в Москве или в Санкт-Петербурге у нас. И мы готовимся к сборам и к международным соревнованиям. Чемпионат продлится до 15 марта. С 11 марта соревнования по футзалу проходят среди глухих у женщин. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, УПРАВДА ТВ.